Андрей Иванов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», побывал в гостях у семьи Терещенко в Солослово. В этом году в частный дом провели голубое топливо по программе социальной газификации. Пуск состоялся в августе. Все работы заняли полтора месяца. Всего же в этом году заключили более 1000 договоров в рамках президентской программы.